Всем привет. Он у нас маленький рыбак, ловит рыбку на уху. На этот год сегодня первый раз. Сезон, можно сказать, открытый. Вот наш домик. Оно еще не закончено, но свои функции выполняет, можно сказать. Зайдем внутри, посмотрим. Так, вот наши постели на втором этаже. Спокойно можно поспать, отдохнуть. Постелили такой специальный поролоновый матрасик. Потом спальный мешок и, соответственно, домашней постели. Вот Марии такие. И второе тама. Ну, соответственно, кармашек для телефонов и так далее. Так, тут у нас закипает чайник. Сейчас будем уху варить и так далее. На вечер мы уже ближе к вечеру пришли, половили. Вот тот рыбак. Покажи, на чё ловишь. Покажи, на чё ловишь. Покажи, на чё ловишь. Там маленькие такие рыбки. Он хищника хочет ловить. Папа сам сказал, маленький круто ловит. Сейчас посмотрим. Судака такую большую славя.